Вы сами подбирали, приглашали участников на съемки, либо работала команда? А там все совместно было. Кому-то и сами звонили, кого-то и приглашали, анкеты все. Но моя мечта была увидеть Батрутдинова, как он будет выживать в пустыне, правда. Это наш друг, друг семьи, и мы его долго уговаривали. Уговаривали с двух сторон, и Павел, и я. Нет, но он не знал, когда вы зовете большую звезду выживать в пустыне, это странно, там правда? Там еще по-другому. Там у него еще было пересечение с тремя другими проектами, и он выбрал наш. И это было приятно. Это настоящий друг.